Так, все, наконец-то вебка обнаружила что-то. Что-то вебку было не обнаружить сейчас. Сейчас начнем очень скоро мы с юниорского турнира. Так, что-то пока вижу только я скиллоса. Короче, немножко перенесли все сегодня из-за моего не очень самочувствия. Ну, в 5 утра я лег спать просто, поэтому поспать нужно было немножко побольше. Короче, стартуем. Блайчик, смотрю, еще стримит сегодня. Ну, молодец, Блачик правильно делает, стримить надо. Так, что это родина такое? Что это такое? Абвер стримит за хрень. Да, какой-то радалер непонятный. Так, что-то не видно оппонента. Полегчало, да. Малешка полегчало. Прорвемся. Да, сегодня финалы за третье место матч. Вот. Но сначала финал у нас будет, потому что скиллусу надо идти, а потом матч за третье только.
Так, пишу Юрию Бзику. Да, все нормально, выжил. Так, что-то непонятное происходит. Скилла Слиптона вроде здесь, но ни хрена что-то. Что-то не черкают они. Не-не, никаких пуэров. Так, ну что, создаем, в общем-то, игру. Мультиплеер Серос. Так, руины Сероса у нас первая карта. Все создал, отлично. Ну что, все заходят. Зову всех сюда. Чуть скиллос, правда, не заходит. Так, поехали. Да, вот подзаспамил, смотрю. Поехали, ребятки. Матч за финал турнира юниорский у нас начинается. Ну, сегодня Acer Pro Challenge еще в 9 будет. Поиграю в ФП, может быть, но сегодня рандомщик, наверное, покатаю я немножко. Так, фуфан.
Эдбо 5, поехали. ПВП. Липтон против Скиллоса. Будет биться. Топ 1-2. Ну, у нас и матч за третье предусмотрен, напомню. Кстати, как там призовой распределился в итоге. 6-700 первое, 4-2, 2-700 третье. Неплохо за третье это выходит. Неплохо у нас призовой получился, что я могу сказать. Помните, что задержка есть 90 секунд. Так что сразу вы все не увидите. Так, ну что, два гейта Скиллос направляет рабочих в газ. А ПМчик у нас что? ПМчик, ой-ой-ой, серьезный. 270-280 Липтон, 320. Точнее, наоборот, 320 Липтон, 280 Скиллос. И тоже два гейта. На этой карте оба через два гейта начинают. Ну что ж, интересный расклад. Нужен пилон второй строить. Строить Липтон второй пилон. Здесь второй пилон тоже ставится. Падают понемножечку АПМы. Так, проверяют у нас респ тут Скиллос. Здесь ничего нету. Не нашли, в общем-то, друг друга. Никому не повезло найти с первого раза оппонента. То есть придут уже позже и по факту узнают у юнитов. И абсолютно разные юниты, вы смотрите, строятся. Здесь Мазеркор 2 сталкера у Липтона. У Скиллоса, простите, а у Липтона Сентри Адепт. Так, Адепт вперед пошел. Разведывательный адепт у нас получается. Сентря, что Сентря на рампе. Мазеркор тоже здесь. Видит Липтон, что у них нет. Два сталкера и роба. Здесь тоже роб заказано. Адепт иллюзии посылает. А где пробка, кстати? Пробки нету здесь нигде. Сейчас уже 4 сталкера будет у Скиллоса. Спалил, кстати, с какого направления адепт иллюзию посылал. Чтобы не палить его, нужно послать вот сюда, а потом туда. В итоге сейчас Скиллос убьет, скорее всего, иллюзию эту. Так, адепт на мейн заходит. Очень даже неплохо, я вам скажу, заходит он. Попадает под оверчаж, правда. 4 сталкера на второй базе стоят, нужно уходить пытаться, но уже все, адепт никуда не денется с мейна, к сожалению, для Липтона. Надо было пытаться хотя бы одну проволочку забрать в размен на адепта, ничего тут не поделаешь. Все равно он погиб бы. Здесь пробка разведывательная забирается Липтоном. Плюс у Липтона в том, что у него сентря была, то есть она энергию подкопила. Вот почему важно вначале сентрю строить, у нее энергия полная будет. Будут иллюзии, будут филды, будут гвардиан, шилды и там и так далее. Здесь сентри были позже. Но зато у Скиллоса что-то рабочих побольше прямо сейчас становится. Здесь робы бустятся, а здесь рабы бустятся все время. На 2, на 3 рабочих впереди, еще и Никсус попозже у Липтона немножечко, так что по экономике Скиллос немножко вперед вырвется сейчас.
Иллюзии туда и сюда летают. Здесь обсидер уже висит, правда. Здесь иллюзии пролетают, Липтон все контролит. Сейчас все спалит. По лимиту впереди скилос немножечко. Выдвигается вперед. Липтон это спалил, что выдвигается скилос вперед. Нужно ли ему вперед идти сейчас? Я думаю, что особо-то не нужно. Но это такой разведывательный выход. И третий Нексус сейчас будет заказан, судя по всему. Да, так оно и есть. А здесь обсервер на третьей висит базе. Нексус пока не заказывается. Гейтов никаких нету. Блинки почти одновременно, кстати. Вот сейчас Липтон зря, конечно, не выходит в третью базу. В итоге отставать будет по экономике. Густит он здание, ну, в одном Твайлайте, да, делается блинк, но вот у Роба ничего, например, не делается, лучше в рабочих густил, естественно. Здесь не, с Нексусов густы вообще не снимаются. Фрика, ну ты заслоупочил здесь, нам-то уже давно все, все известно, вот. И турнир этот вообще-то до 16 как бы лет. Здесь 8 игроков. И вот это финал. 8 игроков, которым до 16 лет. Ну, нет 16, точнее включительно. Нет 17 точно. Там 16 может есть, да. Так, пробки переводятся. 5 гейтов на второй базе стоит, 3 на мэне, 8 будет сейчас гейтов. Липтон выдвигается вперед, будет прессинг сейчас, нужно аккуратнее быть. Перчаш выставлять, здесь бинг-контроль пошел, филды с двух сторон, жесткие пошли. Нужно призмой законтролить, иммортла контролит. Липтон, так выгружай назад его, что ж ты не выгружаешь-то. Назад выгружает, сталкерами что-то вообще блинком не контролит. 87-82 по лимиту. Это агрессивные блинки вперед пошли со стороны Липтона. Иммортла были щиты сейчас. Этот неприятный момент, то что у Иммортла были щиты. Пробки выдвигаются вперед. Попытка фокуса призма идет. Иммортлы дерутся с пробками вместо того, чтобы сталкеров через шип покусить. И в итоге Липтону не получается. Продавитесь, оппонент своего отбивается. Скиллос потерял, конечно, 11 пробок, то есть по экономике не лучшая ситуация. Но он зато вот эти армию сейчас заберет, скорее всего. Здесь блинк есть. Странно, что Липтон не блинкается назад. Иммортла на КДшечке поля, поэтому минус Иммортла. Минус Липтон. Скиллос 1-0, ребят. Ну что, вторая карта у нас. Dusk Towers. Сумеречные башни. Поехали. Поехали. Вторая игра. Неделю назад Липтону 17 исполнилось. Сделали исключение, ну ясно. Имба, халява. Ну, ведет скиллос 1-0, тем не менее. Поехали.
Ютубе, канал у нас общий. Это канал Good Game, но он создан Андрюхой, да, аспирантом. Ну что, нет, суставить скиллос после гейта. Game pause. Липтон, секундочку. Просто почему разница в гейте 9 секунд? Почему такая гигантская разница? Я что-то не могу понять. Очень странный момент. Хотя вроде все везде одинаково. Здесь Нексус ставится, Липтон позже выезжает, еще и Нексус позже на 7 секунд. Хотя Липтон мог раньше, кстати, Нексус заказать, просто пробку поздно вывел. По ресурсам то 400 раньше накопилось. Так, здесь Скиллос что-то пробкой затупил, пытался увести, она приехала сюда, здесь потому что полный блок рампы сделал у нас Липтон. Ну и пробку потерял Скиллос в итоге. Здесь рампа не заблочена, кстати говоря. Ну как этим воспользоваться даже ХЗ? Адептик готов у Липтона. Вижу, Твайлайт достаточно ранее пошел. Адептик идет вперед. Здесь что? Здесь тоже адепт у Скиллоса. Адепты тут рядом идут. Решил зачем-то Липтон подраться, хотя уже пришел к оппоненту, можно разведывать спокойно было. Ну, адепты одновременно погибнут, что я могу сказать. Минус два адепта минуснулись друг от друга, что называется. Здесь у нас аж целых два старгейта. Какие-то скиллос Special Tactics здесь придумывают. Ну, посмотрим, как это сработает. Ну а здесь блинк заказан, то есть в принципе здесь контракт с таргетом есть, просто вопрос в том, что будет строиться двух таргетов. Может это будут грелки и армада какая-нибудь, я не знаю. Нет, это Феникс. Феникс это интересно, конечно, но если успеет Липтон гейты открыть, сталкеров подварпать, Фениксы навряд ли уже сработают эффективно реально здесь. Три гейта будет, сейчас откроется первый. У нас гейт. Ну, кстати, вот если такую застройку рампы делать, подумал я о чем. Пилон лучше вот здесь ставить, а гейт с этой стороны. Почему? Потому что проход будет ближе вот к рампе. А так проход более защищенный будет вот с этой стороны. Ну, это все мелочи, конечно. Летят два феникса вперед. Тут уже почти блин готов, обратите внимание. И на 10 лимита опять же у Скиллоса больше. То есть он как-то эффективнее рабочие строит. На 5 уже и больше его реально. Залетает Феникса на второй, Эрчаш пошел сразу. Не слабо Фениксу тут напуляло. Три удара получил он. Это 90 дэмэджа. Армора у Феникса нет изначального. Но вне рейнджа у Эрчажа сейчас. Ну что, у Липтона есть блинк. Гоняет фениксов по рабам. Отстает уже на 9 штук сейчас.
Бусти со Твайлайт, которым ничего не делается, вот такого допускать нельзя. Но я вижу, что здесь много достаточно сталкеров заказано и призма. То есть, возможно, будет выход какой-то от Липтона. Но здесь очень много фениксов, а фениксы и морталы голых сталкеров хорошо отбивают, на самом деле. Это очень опасный момент. Вот никак не выгнать отсюда фениксов Липтону. Призма полетела, сталкеры пошли вперед. Видит скилла, что третий никс не добывается. Здесь, кстати, вообще ничего нету сейчас у оппонента его, у скиллоса, кроме одного иммортла и трех пилонов. Три пилона, правда, это хорошо, но сейчас можно хорошо ворваться. Фениксы сейчас минуснут всю просто экономику. Это не очень приятный момент, абсолютно неприятный, я бы сказал, момент. Давар сталкеров пошел, боевого лимита Липтона больше. Нужно зайти агрессивным блинком, сразу же иммортла убить. Тут здесь нужно сходу убивать оппонента своего. Так, иммортл падает. Мазерфор за удар падает просто-напросто. Сталкеров нужно вывести из рейнджа оверчажа. А всего два оверчажа успел выставить. Скиллос сейчас. И, судя по всему, ребятки, это 1-1. Почему? Потому что, ну, нечем отбивать. Вообще нечем. Так, пилончик минус, гейты минус на пилончике тоже есть один иммортл. Две грелки строятся у скиллоса сейчас. Грелки выходят, конечно. Минус грелка раз, минус грелка два. Иммортла нужно минуснуть обязательно. Да и иммортла, каких фениксов-то ты бьешь? Ё-моё, бьет фениксов. А вот у иммортла поля кончились. Может быть, ждал, пока поля кончатся. Хотя, я чуть вообще не заметил, когда они там сработали, эти поля. Да, варп еще сталкеров идет. ГГВП скиллос пишет. 1-1, ребятки. Напряженно. В финале у нас. Орбитальная верфь, третья карта. Поехали. Так, ждем ответа Липтона. А Липтон что-то не отвечает. Ничего. Привет всем, ребят. 1-1 у нас счет. Страшного. Лол. Всем привет, ребят, кто недавно подошел.
пробка здесь катается. Разведает Скиллос, разведает Элиптон. Короче, все все знают, какие билды. Здесь у нас Кибернек строится, Нексус. А здесь что-то до сих пор даже кибернетка не заказана. А что Липтон-то делает, я что-то не понимаю. Здесь уже почти готово, что за бред-то? Настолько завтыкал с кибернеткой дико. И Нексус позже. Почему-то у Липтона всегда все позже, не пойму почему. Во-первых, вот. Во-вторых... Сейчас вообще с кибернеткой завтыкал дичайше. И лимита больше у Скиллоса. Ну, странно как-то. Нужно Липтону обязательно свой опенинг начальный посмотреть, подтянуть. У него именно он проигрывать уже начинает сразу в начале по билду. То есть он как-то криво исполняет билд и... То есть где-то пробку не достраивает, где-то здание поздно ставит, видимо. В итоге складывается странная ситуация. Twilight там и там пошли. Так, прошу прощения. Пилон тут на карте. Для чего же пилон Липтону? Очень подозрителен он, этот пилон. Ну, все ясно. Нужно, значит, ближе ставить. Где-то гейт с пилоном, например, где-то здесь, что ли, я не знаю. Чтобы вард нормально провести. Здесь сейчас сталкер выйдет уже. А, два внутри, тут сталкер находится. Да, с третьей добавлять. По рабам более-менее ровно стало. То есть, по идее, вот этот билд с этими всеми делами мог быть, ну, раньше гораздо. Если бы кибернетка вовремя поставлена была, уже бы... Ну, не достраивался, но близок к достройке бы был, да, даже раньше. Пилон, что-то Липтон ближе не ставит. Сейчас только-только поставил. Блинк сам не заказывает, робот сам не заказывает. Тоже очень странные моменты. Пилон-то будет готов, но здесь уже есть обсервер, но вот если, правда, он улетит отсюда в разведку, например, а не второй заказан, все-таки второй заказан опс. Ну что, пилончик готов, можно варпать. Пошел здесь и гейт еще. Еще и блинк под пуш будет, судя по всему, после всего этого дела. Здесь блинк, кстати, не бустится, но здесь и морталы зато строятся. 69-53 по лимиту. По лимиту как какое-то жесткое преимущество уже. Дарк заходит, кстати, на вторую базу, и Скиллос вообще не реагирует пока на этого дарка. Он не видел, что он прошел. В итоге Дарк 4 пробки нарезает. Не так уж много, по рабам все равно Скиллос. Нет, на одного встает. Вот сейчас на 3 уже встает. И на мэйне Дарк ворвался, развел. Сейчас, кстати говоря, на мультитаске за счет того, что обсервер всего один. Подрезал пробок. Еще 4 штуки, 8 суммарно. На 7 в итоге рабочих преимуществ. Здесь пробил проход и выходит ко второй базе. Кстати говоря, ну вот этот гейт непонятно здесь зачем-то появляется. Тут гейты будут открываться. Открываются, да, гейты. Какой-то выход от Скиллоса пошел. Странный выход, причем призмы нету, ни хрена нету. Куда пошел? Непонятно, но решил прогуляться, в общем-то, вперед. Здесь сталкеры есть и морт. Сейчас первый будет готов. И призма заказана, кстати говоря.
Продемеджила сталкера очень сильно. Спускается сам скиллос вниз. Здесь, кстати, сентрей нету у Липтона. Можно бы и гвардиан шил было врубить. Каким-то образом Липтон теряет здесь сталкера. Непонятно. Так, у Имморкла выманил поля под гвардианом. Дерется сейчас у нас Липтон здесь против скиллоса. Можно нагонять. Сейчас нужно было догнать Имморкла. Минуснуть. Имморкла не минуснул. В итоге... Поля зарегенится, скилл закадешится, и он будет представлять из себя еще достаточно грозную боевую единицу. Собственно, нужно добивать таких иммортлов всегда. Стараться. Оп. Гос 7. Г0С7 поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. Спасибо за стримы. Так, кстати. Что-то я тут не подработал ни хрена. Спасибо тебе большое. Пошел давар. Так, двух иммортлов выманил поля сейчас, обратите внимание, Липтон. Начинает давить, лимиты очень близки, филды пошли, сталкеры под иммортлов подставляются, но два иммортла падают, уже какой ужасный фокус сейчас иммортл шел. Все так криво вперед выдвигалось. Здесь Иммортла Липтон все-таки спас своего. Да, варп еще идет. Здесь тоже да, варп идет. Чаш делается, кстати, у скиллоса. Если до чажа получится продавить, вообще будет замечательно. Сейчас адепты ворвутся, между прочим, на вторую базу. Начинают пробком наваливать, но зато и в бою не осталось. Вот в чем проблема. Здесь можно агрессивные блинки уже вперед на самом деле делать. Увел Мазеркор сейчас скиллос. Адепты отдались там на второй базе. Очень жестко, причем отдались не. Здесь Иммортл сейчас упадет. От пробок пытается скиллос уйти. Уходит. Поля что-то вырвет. Контроль, простите, Липтон пытается уйти. Контроль какой-то до этого был более хороший. Сейчас провально законтролил Липтон в бою в последнем. Адепты опять же пытаются ворваться. Куда они пытаются ворваться-то? Все погибли. Уже никуда они не пытаются ворваться. Скиллос идет вперед, ловит Липтона сейчас. Как он отдался, я вообще не понимаю. Вроде убивал, потом отдался. Ну, бывает это, в принципе, такое бывает. ПВП все-таки. Дестабилизаторов никто не строит. Так, здорово, Спайк. Про десантников не понял. Шутка это или что? Разбились, что ли? Учение здесь у нас как бы... Такое происходит иногда, да. Печально, конечно, но... Такие случаи бывают. Так, минус иллюзия. +38, +142 по лимит, лимиту близки. Посмотрите, скиллос даже не обнаружил, что здесь у Липтона гейт есть. Вот в чем фейл его был. 6 пробок сейчас призмой отхарасил. Призма криво летит, минус призма. Среагировал, но не успел спасти в итоге. Сбивает ее у нас скиллос. А между прочим, с дарками можно было пулмена здесь разворошить. Хотя здесь обсервер висит, перестраховывает фотонку. Есть, но битва какая-то начинается, и Мортл из толкера зелки идет вперед у нас скиллос. А Липтон, точнее, скиллос отступает. У Липтона вторая атака заказана, у скиллоса третья не заказана. У него вторая уже готова. Так, сталкера желательно забрать. Уходит сталкер. Скиллос пытается погнаться. Сейчас чарши у Липтона будет. 164-164 по лимиту. Строит скиллос фениксов. Зачем? Он боится дестабилизаторов, видимо. Здесь никаких дестабилизаторов и не планируется, что самое интересное. То есть феникс это в итоге ничего не зарешает. Будет фактически баланс там против такого.
битва убивает Липтон всех ключевых юнитов, только сталкеры у Скилласа уходят. Есть один штормовик, шторма нету, нужно сливать вархончиков, конечно. Но никто вообще-то вперед не идет. АПМчики какие к этому моменту? АПМчики серьезные. Ну молодцы, что один раскрыли. Такое бывает, бывает. И печально, и все кончается. Расхождение куполов происходит. Так, приходит у нас Липтон. Минус Эмортал, Старгейты пытаются минуснуть. Позиция у Скилласа так себе здесь. Он пытается зайти. 19 пробок минус. Ну, тут хорошо очень Липтон подрался, я вам скажу. Но у Скилласа много архонов здесь. Агрессивный блин, который своим же архоном пройти не дает. Это фейл. Фениксы поднимают Эмортлов. И что происходит у нас? Происходит то, что вроде как отбивается Скиллос, но по экономике все у него очень печально. И между прочим, нет обсерверов, Липтон пользуется этим моментом, 4 дарка в доварке, и за счет дарков-то в итоге он и разбирает эту битву. Ё-моё, как дарки здесь жестко зарешали. Прилетают, обсерверы, вон они летают, дома висели там, ну ё-моё, нельзя так косячить с обсерверами-то. Архон минус, в итоге Скиллос все-таки еле-еле отбивается. Здесь Дарки и Мортлы пытаются минуснуть. Но он чудом уходит. Сейчас нужно Дарков поднимать, чтобы у Архона они не слились, кстати говоря. Что и делает у нас Скиллос. 90-123, боевые лимиты одинаковые, но экономика печальная, печальная. У Скиллоса после этих замесов. Но шансы еще сохраняются, нужно пробок восстанавливать количество. Здесь пятой базы нет, здесь пятая уже есть. Просто нужно со всех никсусов просто Е зажать и вот на пятую как раз отстроить пробочек. Так, пытается фениксами прохаратить, здесь уверчажи. Липтон идет вперед, нет, на 60 лимита, что-то Липтона больше и боевого больше, всего больше. Какие 4% у военных уже записаны на потери? Ты так херню-то несешь, ё-моё, эксперт. Есть статистика, что да, там, при, наверное, сколько-то прыжков происходит схождение куполов, столько-то там и т.д. и т.д. То есть погибшие бывают. Ну что? Зелки у нас приходят, пытается пилон убить Липтон. Что-то боится, он в лоб драться, не понимаю. Здесь просто оклик вот эти зелки архоны, здесь только и морфы. Только архоны могут это отбить. Здесь, кстати, дестабилизаторы вовсю строятся, но поздновато. Вот если бы сейчас пару ударов сюда нанести, вот. Что, теперь посмотрите, теперь за счет дарков пытается тащить у нас Скиллос. Потому что здесь обсервера нету, фениксы обса минуснули. Прилетают какие-то тут у нас тиштормовички приходят. Тиштормовичков завалил вроде как. От дарков бежит сейчас Липтон просто очень быстро, потому что могут они развалить очень жестко. Нужно ли гнаться? Так, на развороте попытался Липтон подраться. Смотрите, как дарками своих-то дарков куда... Ой, не своих дарков подрезает. Сейчас Скиллос, посмотрите.
подрезая чужих юнитов, заходит до арками, но обсервер вышел, что ли, или что у нас? Да, выходит обсервер. Нужно сваливать. Зачем лез-то так далеко? Так круто дарками здесь все сделал. И так далеко в лес в итоге отдался зачем-то, непонятно зачем. Ну, то тормозни, остановись вовремя. Уйди, кстати, или ситуация была бы равная абсолютно тогда бы по экономике. Ну, не по экономике, а по боевым лимитам было бы равно примерно. А экономика уже получше стала здесь. Скилла в третью атаку доделывает. У Липтона третья уже готова. Больше грейдов не делает. Кончается здесь третья, здесь тоже она кончилась. Фактически надо на дальнюю переводить вот сюда. И газ второй добавлять тоже надо. Как ваше почтение? Отдохну, я уже сказал, как понедельник, вторник, наверное, отдохну. Три дарка от Липтона приходит на пятую базу к Стилусу. Он не готов их встречать. Пользователь Беллоу Павел активировал премиум на ваш канал. Телепорт делает Скиллос на свою третью. Липтон приходит, Скиллос бой принимает, дестабилизаторов, выстрелы пошли куда-то, своих зелков убил. Ну что ж ты делаешь-то, как кто так стреляет? Куда ты стреляешь, зелки там орут? И все, это последний был вопль. А что орать-то, роботы они? Или кто они вообще, дестабилизаторы? Хрен пойми вообще. Как роботы могут стрелять такой жестью? Ими же все кто-то управлять должен. Наверное, эти роботы с интеллектом, как карта... нет, это не, как там она называется? Забыл, что-то как она называется, но не суть. Все вы поняли, что это про компанию. Давар поедут еще. Плохой такой взрыв. Здесь у нас что-то зилки приныкались у Липтона. Нужно бы сбить обсерверов. Что Скиллос и делает, кстати говоря, обсервер сбил. Дестабилизатор отступают. КДшечка идет сейчас патрончиков. Ну, на развороте сейчас дерется Скиллос. Знаете, он забревает вообще. Что происходит у нас? Просто crazy PvP. Почему без дизрапторов играют? Ну, как ты видишь, с ними играют, но можно ими и своих зилков просто подбревать, как в этой игре было, собственно. Ой, по себе, по своим. Опять по своим скиллам. Забомбил очень жестко. Призму сбить не получилось, а это очень печально. Нужно отступать сейчас. Этот Скиллос мог несколько раз эту игру перевернуть, выиграть, но в итоге все равно отдается как-то нелепо. И Липтон все-таки, я не знаю, дожмет ли он сейчас, кстати. Там дестабилизаторы это ушли, могут выстрелы последовать жесткие от них. Плюс у Скиллоса обсервера здесь нет. Здесь два дарка пятую базу липтоновских минусуют. Здесь агрессивный блинк. Нет, все-таки Липтон ставит точку в этой игре. ГГ Скиллос пишет. Чистильщики, да. А карта центральный протокол. Во. Вспомнил я чудо. Ульрена четвертая карта.
Молодые не бомбят. Тему про дизрапторов потом посмотрим. Поехали, наконец-таки. Так, какая Бобролига? Бобролига вчера кончилась, все. Так, не туда двоечку ставлю, здесь. Двоечка у Липтона. Так, ребятки, обсуждаю с Диком тут интервью, все нормально с Юрой. Разберемся с интервью. Здесь у нас два гейта, там и там. Все нормально сейчас уже более-менее. Вот, не надо мне эти баяны с зергом кидать. Нужно галочку ставить просто, что это за хрень-то такая, и все. Херню там унес, ну, а клик не зашел, бывает. Вот. Нужно просто, я не знаю, чему можно научить, особенно молодых. Пригорать, что ли? Так дело, как говорится, не пойдет. Заходит адепт. Проверил сейчас Липтон, что здесь происходит. Скиллос на мейне. Твайлайт пошел, адепт опять же проверяет, что здесь происходит. Заходит, спалил, все, Твайлайт спалил. Эскейп пошел.
не понять, зачем телепортнуть сюда лифт. Но это, скорее всего, Дона Адепт будет. На мейн что-то не стал заходить. Короче, отдал Адепта. Скиллоса Нексус ставится. Здесь же Нексус отсутствует, но я вижу Оракула. Да, мягко говоря, не очень урыв от Липтона Оракулом был сейчас. Минус Оракул. По лимиту впереди в итоге скиллос. По Нексусу впереди. Вообще все замечательно у него. Да, спилит 70 русских. Какая сволочь стреляла. Как в охоте национальной. Зилки орали дестабилизатором, но... Уже поздно было. Приходит скиллос, отдает одного сталкера зачем-то, непонятно. Здесь у нас Сиди нет, здесь блинка нет и даже не заказан. Иммортал не строится, потому что supply блок. Здесь гейт у нас пошел, чуть тут скиллос давить собирается. А зачем так гейт-то откровенно в наглую ставить, я чуть не понимаю. Ой-ой-ой, здесь еще стазисная ловушка, как можно жестко-то попасть на нее сейчас. Восемь сталкеров здесь. Ну, я думаю, что скиллосу навряд ли получится здесь что-то продавить. Там и грелки, и морфлы строятся. Заходит вперед. Здесь, блин, контроль начинается. Бах. Вот, пожалуйста, смотрите. И что? Четырьмя сталкерами здесь биться? Не, не получится так. Вижен дают они. Да, дают вижен на хайграунд. Нужно на блинке сейчас обязательно будет уйти этими сталкерами, иначе никак. Мазерфур как криво вперед вышел. Уходит скиллос с толкерами. Еще одна стазисная ловушка. Обсервер прилетел поближе. Зачем? Но здесь уже и Immortal грелка есть. И тяжело что-либо сделать будет. Видит и ловушку. Видит все сейчас. Скиллос отходит назад. Оракулом тут можно было прилететь. И рабочий, пожалуй, почему сентри не берет? Зачем варпал сентри и сейчас пушит без сентри в итоге? Вот не понимаю. Сентри бы здесь очень сильно помогли бы. Просто вот сюда вот один филд, здесь одним филдом, вот между этим пилоном, вот этим краем. Просто сюда филд ставим и просто напополам войско делаем, делим оппонента. Так, стазисную ловушку подрезают. Минус ловушка. Ну, здесь два иммортала, грелка уже там с энтря, как бы не, ну, нет смысла ломиться, нужно уже переходить во что-то. Но, между прочим, скиллос собирается ворваться сейчас дарками. И, кстати говоря, здесь нечем... Ой-ой-ой, ну так не вовремя пилон Липтон выходит, убивает. Ну, ё-моё, какой провал, ребята, просто провалище. Ну вот не надо так близко ставить. Все, в итоге план с дарками просто не прокатывает. Здесь обсервер есть. Дарки бесполезно выходят. Ну тут третий Нексус, правда, у скиллоса. И рабочий 50 на 39, кстати говоря. То есть барабан все замечательно. Нужно сваливать с толкерами сейчас. Одного потерял, но остальными ушел. Так, а здесь призма есть, обратите внимание. Ну что, выдвигаются, выдвигаются. Грелочки полетели, выдвигается Липтон вперед. Боевого лимита реально больше намного, чем у скиллоса. Но скиллос с мультитаском тут неплохо. Разводит пока что сталкерами. Ему нужно ждать, чтобы третий Нексус окупился, иначе беда. Тут 3 гейта еще добавляются. Даже 5 гейтов еще добавляются. Пока они не открыты, можно развалиться, отдаться.
все прекрасно Липтон видит, что происходит, но пойти просто так вперед не может пока. В это время еще Дарков три штуки прилетает, минус Роба сейчас будет моментально, причем, ну, тут у Оракула Ревелейшн сейчас будет. Обсервер домой возвращается, всего один он. Ну, сейчас одним Ревелейшном трех Дарков накроет у нас Скиллос. Ой, Липтон, простите. Да, они вообще не, нелепо как-то Дарки бегают. Видимо, такие, смотрите, что это за нам за хрень на башку повесили такую, но ничего не сделать. Здесь сталкер уходит. 29-53 барабан, все печально у Липтона, но по боевому он впереди на 20 до сих пор. Заходит Липтон, но здесь филды рядом, на самом деле. Но он сам попадает на филды зачем-то, Скиллос. По лимиту на 24 меньше. Зачем так криво драться-то в этом проходе, я чуть не понимаю. Кстати, если Липтон будет выходить, даже без филдов здесь можно, на самом деле, неплохо подраться. Что и демонстрирует у нас Скиллос. Давар пошел, очередной филд новый поставлен. Липтон, посмотрите, какую он просто жесть попадает. Нахрена идти через такой проход-то дичайший? Если можно обойти через камни было. И мортлы падают, здесь поля врубаются, но поля кончаются. В итоге расконтраливает все-таки Скиллос, насколько я вижу. ГГ. 2-2. Нужна решающая битва нам. Какая у нас последняя карта? Сейчас я посмотрю. Террасы Бриона. Последняя карта, насколько я понял. Пользователь LexBlack активировал премиум на ваш канал. Так, LexBlack, спасибо тебе. Короче, ребят, после вот этого матча будет интервью совместное с Milky Cow. Вот, и, короче, с участниками матча за третье место с Milky Cow. Вот. С Milky Cow и мастер Васей. Так что, если у кого-то вопросы есть, пишите в комментариях, пожалуйста. Там как раз 18-я страничка новая появилась. Вот. Потому что задержку я убирать не буду. Чтобы запись не разрезать. Поэтому интервью будет в задержке. Да, Липтон очень сильно сейчас ошибся, конечно, пойдя через проход, а не сломав камни. Здорово, Окспер. Полуобупевший. Спрашивает все вопросы. Если я в момент подтягиваю вайпером юнит, то успею бить вайпера, а юнит начнет падать. Я успею его выделить, посадить медивак. Ты не успеешь. Такое может успеть только
Не, ну Ревчика вообще не обсуждается. Ну, Empire Zerg точно может успеть, как бы, наверное. Может кто-то еще. Топ-5 ГМЛ Кореи. Ладно, хорошую хинею нести, давай смотреть. Реплей убрал я. Не заметил, что я реплей убрал. Ну или по поводу вопросов для интервью, либо в комменты, либо Юрия Бзику пишите в чатик. Или в личку, там я не знаю. Заходит пробочка от Липтона на золото. Что-то он тут начал мудрить, я смотрю. Вижу, что бустится интересный грейд. Может быть, какая-нибудь врыв будет. Что-то наушники мои не видишь. Вот наушники. Где тут 7.1-то? Я думаю, что тут нет никаких, точнее, уверен, 7.1. Да и в достройках я нигде ничего не проставлял, собственно. Ну что, сталкер у скилла строится, варп он тоже бустит, робо ставит. Здесь передумал Липтону какие-то врывы делать, насколько я вижу. Пробочку словил тут Липтон, смотрю, оппоненту своему. Гейты открываются, скиллос Нексус опять же раньше строит. Гейты тоже сейчас откроются, обсервер делается. Какой-то Нексус у Липтона какой-то поздний. Очень странно, настолько он прям перестраховочно сыграл, что боялся, не знаю. Так, Нексус ставится. Кстати, это делюксовый адепт-то получается у Липтона, да? По виду. А у Скиллоса? Сейчас посмотрим, кто буржуй. У кого адепты делюксовые, а у кого нет. Здорово, а у вас? Да ничего не случилось. Переотдохнул вчера, не выспался. В 5 утра лег, что-то вообще засыпал просто, сидя. Решил поспать. Сейчас более-менее. Так, ну что, добыча там и там началась, у Скиллоса раньше. Во-первых, добыча на силах. Во-вторых, Липтон просто, ну что это за бред-то? Нужно сразу. Вот неужели непонятно, что на золото нужно сразу перевести рабочих, чтобы оно на максимум начало добываться? Хотя здесь тоже криво, посмотрите, переведено. На трех минералах 9, а на других трех 2 рабочих. Здорово, Bottleneck. Вот и я вчера также сделал. Зачем-то? Не понимаю, зачем. Зачем? Вот.
Так, YouTube. Пользователь Красти Крабс активировал премиум на ваш канал. О, спасибо, Илюх. Здесь тоже плюс Гейтсов. Третий Никсу ставит скиллос. А Липтон, похоже, на двухбазовый прессинг какой-то, опять же, рассчитывает. Насколько я понимаю. Собирается Нексус заказать у нас. Липтон третий. И пошел вперед, куда-то поломился. Пролетает иллюзия. Пошел замес. Вижу, что нормально здесь дерется сейчас. Скиллос вроде как. Липтон вынужден отступить. У Липтона гвардиан шилды. Правда, есть иммортла. Одного подрезает. Филдов очень много. Первый дестабилизатор вышел. Ой, сейчас он больно может выстрелить, этот дестабилизатор. Он стреляет больно, но по иммортлам попадает. В итоге Липтон здесь сливается. Липтон сливается в этом замесе. И это будет стоить ему игры, скорее всего, потому что тут-то третий Нексус есть уже, а у Липтона нету до сих пор. Пытается на мультитаске немножко поразводить. ГГ пишет. Ну что, атака не вкатила. Поздравляем Скиллоса, побеждает он. Хоть и с напрягом очень жестким, но побеждает в нашем турнире. Липтон занимает второе место. А, по очереди. Так, а что с вебкой-то? А почему она была вырублена? А, потому что я захват другой сделал. Ну, ясно. Случайно. А, я случайно нажал на хоткей, все понял. Прошу прощения, что-то. Так, секундочку. Красти Крабс поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Алло. Алло, привет всем. А, сейчас стрим отключу. Всем привет. Меня слышно? Да, слышно, Юр, тебя нормально. Так, Скиллос что-то не берет трубку. Так. Спасибо, Илюх, тебе. Сейчас, короче, придут товарищи, ребята. Сейчас по очереди возьмем у Скиллоса, потом у Липтона. Алло. О, здравствуй. Привет. Ну, с победой тебя. Спасибо.
Давай, представься, как тебя зовут, сколько тебе лет. Меня зовут Никита, играю под ником Skillows, из города Санкт-Петербург, мне 14 лет. Вот. Играю за процов. Угу. Что, какие у тебя планы на СК-2? На СК-2? Если честно, на данный момент пока никаких планов нет. Потому что я сейчас на отдыхе от Старкрафта. Ну, есть на это некие причины. Вот. Дисбаланса? Да совсем нет. Я вообще на баланс не смотрю. Вообще не смотрю. У меня перерыв начался раньше, что баланс почвели. А что, в будущем, может, ты сейчас на учебе, что ли, акцентируешь внимание? Там личные проблемы, скажем так. Все понятно. Ну, ясно. А как давно ты играешь вообще? Вот мне интересно стало. Warcraft? Да. Ну, точную дату назвать не могу, но именно full-time, грубо говоря, я играю с сентября 2014 года. Тогда я, получается, за Маза вот вышел. Угу. ML. Ну, то есть начал не с первого, не с StarCraft, не с Warcraft, а именно со второго. Походу. Ну, да. А в первый вообще играл? Да, первый играл. Интересная игра, очень сложная. А, меня вообще не слышно пишет. Все, я уже сделал задержка, просто нормально все. Вот. Так, ну ясно. Ну, молодец, что победил на турнире. Как думаешь вообще, как StarCraft будет развиваться в СНГ? Будут ли вообще игроки, которые будут тащить, молодые подтягиваться? Потому что сейчас-то в основном тащат те, кто еще давно-давно играет. Интересный вопрос, на самом деле, я не могу точно ответить на него, потому что, ну, все от игроков зависит. Но, в принципе, сейчас вроде тенденция, как бы, приятная тенденция, потому что, ну, новые игроки появляются, в принципе. Ну, старые уходят, как бы. В этом ничего такого нет. Я думаю, ну, в худшем случае все останется так же, как бы. Можно измениться в лучшую сторону. Ну да, будем надеяться. Ну, что думаешь про новую систему UCS? Правильно ли так сделали, что корейцев немножечко обрубили? Ну, вообще, я не знаю, для игроков это, конечно, лучше, но пока мне кажется, то, что ну, новая система ВКС, она немного, ну, вот, сковывает игроков такого уровня где-то, ну, которые могли как бы еле-еле выйти в челленджер, грубо говоря, дивизиона до этого. То есть, потому что до этого ты мог выйти в челленджер, получить 2000 баксов, да, и уже как бы очень успешно продолжать играть. А сейчас как бы это стало сделать, ну, гораздо сложнее. Из-за этого, ну, немножко у некоторых мотивация, возможно, пропала играть, потому что, ну, они могли постоянно выходить в челленджер, но как бы на топ-уровень не претендовали, да, а вот сейчас, ну, сейчас все в этом плане сложнее. Зато топом, в принципе, все более, ну, больше призовых. Я понял твою позицию. Ну, наверное, на это все-таки отчасти и нацелено, чтобы все, ну, кто-то был в топе в мировом извне Кореи, как бы. Вот. Ну, мне кажется, наоборот, сейчас нам лучше, больше квалификаций вот, ну, добавили. Их просто выигрывают одни и те же лица. Ну, да. Ну, хотя я вот последние квалификации, которые были, не вот не по ладеру, а другая. Там уже какие-то более-менее такие низкилловые были. То есть все основные прошли, и уже другие начали проходить. Менее скилловые, как бы. Ну, сейчас не помню, как он прошел. Там вроде бы все очень сильные игроки были. Так, снова, ну ты в StarCraft самое главное будешь продолжать играть, да, как я понимаю? Ну, посмотрим, наверное, отдохну, да, поиграю просто. Я говорю, я, с, получается, с сентября 2014 года, ну, фулл-тайм играю, то есть вообще все свободное время этому уделяю. И, ну, очевидно, я устал, и, ну, мне как минимум точно нужен отдых. Посмотрим, что там будет, как получится. В принципе, StarCraft мне нравится, как игра. Ну да, я тебя что-то редко вижу на турнирах над гудмиями всякие. Ну, ясно. Ну, что могу тебе сказать? Удачи желаю, спасибо за интервью. Я не знаю, если у тебя, Юр, вопросы есть, задавай. Вижу, что особо никто не... Что-то не задает, как его, да. Вот. Так что у нас по плану ведь еще дальше. Хочу, чтоб решил проблемы все и занялся StarCraft'ом. Скилл есть, как мы видели. А, один вопрос. Как тебе такой турнир? Нормально? Или все-таки нужно все, чтобы участвовали? Или нужно вот такие турниры организовывать больше, чтобы какое-нибудь ограничение было? Ну, это, ну, вообще, нет.
Блин, это сложный довольно вопрос, потому что на самом деле... Ну просто если бы я сейчас, допустим, да, я сейчас объясню свою позицию. Если бы я сделал сейчас открытый турнир, да, то опять мы увидели бы одних и тех же. Блай, Хэппи и тому подобное. Ну, если совсем честно говорить, то я считаю, что это не совсем верно, то, что как бы есть какое-то ограничение. То есть, по идее, должны играть все, должны побеждать сильнейшие просто. Вот. Но, в принципе, ну, это довольно... Если как бы турниров будет много, то почему бы и нет? Да. Такие вот турниры с интересным форматом, ну, вроде бы. Ну да, нет, да тут просто страна должна своих героев знать, молодых. Вот. Ну что, спасибо-то, давай там, Юр. Да, спасибо. Следующий. Кто там у нас? Удачи, отличной жизни и ВСК-2. Пока. Всем спасибо, пока. Так, следующего сейчас. Это у нас был Скиллос, да? Да. Так, как его удалить сейчас с конфы? Сейчас будем разбираться. Вот правой кнопкой, наверное, удалить. Ага, нет. Да. Удалить пользователя из данной группы. Да-да-да. Добавить Липтона. Вот, звоним Липтону. Липтон у нас уже старичок по формату турнира. Угу. Ну, так. Я не нашел никого. Такой у нас песик у Липтона в скайпе присутствует. Химичит. Сейчас ему в личку отпишу. Алло. Здравствуй. Привет. Привет. Представься, как тебя зовут, где живешь и так далее. Меня зовут Александр, живу в городе Калининград. Калининград? Да. Ага. О, как далеко-то. Сколько тебе лет? 17 лет исполнилось. Недавно. Уже старенький. Ну, можно так сказать. Для этого турнира. Вот, ну, поздравляю тебя со вторым местом. Тоже очень хорошо. Вот. Что-то не пошло у тебя, да? Да блин, я должен был выигрывать. Просто перенервничал. Хотелось выиграть, но... Не получилось. Ну, бывает, ничего страшного. Какие у тебя планы на СК-2? Ну, пока играть. И киберспорт. А потом, если что-то получится, то уже попробовать. В киберспорт, да? Ворваться. Ну, если что-то будет получаться, ну, почему нет? Ну, как бы тут ворваться-то получается не надо, потому что если уровень растет, и ты видишь, как бы ты автоматом будешь какие-то турниры выигрывать там и так далее, видишь, вот даже... Даже с чего-то-то надо начинать. Вот, у меня такой вопрос возник. Калининград, как вообще интернет? Как пинг до Европы, наверное, хороший? Да, все шикарно. Ясно. С интернетом проблем нет. Ну, это круто. Я тебя что-то редко тоже вижу на всяких турнирах у нас на Good Game. Ну, я в Хотсе очень много играл на турнирах, а сейчас я, да, кажется, вот... не очень хорошо играю в Лоту. Поэтому, ну, как бы этот турнир показал, что ты умеешь. Ну, буду играть. Давай. Сейчас вот, ну, Бобра Лига уже не успел. Сейчас идет от Изарда новый турнир идет. Да, зачекинился там. Ну, отлично. Ясно. Сколько ты времени вообще тренируешься, уделяешь игре там в день, как бы, как в последнее время? Стабильно тренируешься? Нестабильно? Ну, так у меня, как бы... В основном школа, тренировки и StarCraft. Где-то 4 часа в день. Угу, угу. Все ясно. Стримы смотрю. Тренировки ты имеешь в виду какие-то помимо StarCraft, не помню? Да, помимо. А что, чем ты занимаешься? Эмма. О, нифига себе. Силен. Красавчик, красавчик. То есть, получается, ты тебе 17, ты школу в этом году заканчиваешь? Да. Куда-нибудь дальше собрался или еще не решил? Или в армию пойдешь? Ну, наверное. Нет, пока еще не решил. Куда возьму? Ну, ясно. Ну, удачно тебе школу закончить желаю. Да, с красным. С красным заканчиваешь? Школа, в школе медали, а не красная. А, медали, да, с медалью? Нет. ГМЛ-ной. ГМЛ медаль. Далеко до ГМЛ медали. Ясно. Ну, ясно. А чё ты, подожди, а вот хорошо, на гудгеймовских турнирах, ясно, ты зарегался, а на других, там, например, GoFSK? Ну да, я играю на GoFSK. А у тебя что там за ник? Липтон разве? Да, Липтон. Чё-то я тебя тоже не видел в последнее время. Ну, я так где-то в январе сыграл парочку и всё. А,
понятно. Ну да. Ну тогда что, как и скиллоса про ВЦС вопрос, как думаешь про систему, про эту, что корейцев обрезали? Как вообще планируешь ли туда врываться куда-нибудь? Я туда точно пока что не ворвусь. Угу. В ближайший год. Ну, насчет системы, мне кажется, то, что у наших игроков, ну, молодых вообще в целом в Европе, куда меньше шансов получилось ворваться в челленджер, получается. Uh-huh. Ну, а так, в принципе, ну, больше турниров, интереснее стало. Вот и все. Ты сейчас у нас ГМЛ? Сейчас нет. Так, ну ясненько. Ну, не будем мучить тогда долго. Спасибо тебе. Да, спасибо, что пришел. Вот. За игры спасибо. Турниры, да, на наши участвовать тоже. Поздравляем с вторым местом. Вот. Ну, бум, и рады, удачи, чтобы... удачи. Школу закончить и вообще. И в Старкрафте, и в жизни, короче говоря. Не мама, а выигрывать. Спасибо. Все за турнир. Да. Спасибо. Счастливо. Пока. Все, пока. Так, что у нас по плану? Есть кто-нибудь еще или нет? А, все у нас. У нас все. Так, не все еще. Так, Юр. Ты сбросил, что ли? Слушай, ты, наверное, все положил просто. Да. Нет, всех сейчас сразу... Ну давай сюда, да. Мастер Вася в следующем раз. Давайте, мастер Васю тогда сюда. Смотри, какой у него ник в скайпе. Алло. Привет, мастер Вася. Ну что, представься. Вот. Зовут Василий, 15 лет, живу в Самаре. Играю в StarCraft год. Ну, Серег, смотри, как у нас география тут собралась. Да. География. Хорош, меня радует, что да, как-то регионы подтянулись, потому что в первом StarCraft'е в основном, вот когда я начинал, мелкий дам Питер, Москва в основном был, ну, причина очевидная, это интернет был, сейчас как-то получше в России стало с этим делом. Вот, ну, во-первых, за участие спасибо в турнире, во-вторых, ну, рассказывай. Да, как долго играешь в StarCraft? Какие планы на StarCraft? Ну, в StarCraft я играю примерно с конца ходса. То есть уже когда ходс начал закатываться, то есть закат ходса, и уже все начали играть в бету Лотва. Uh-huh. Я только тогда вышел в ML. Но, кстати, просидел в топе ML, да. Uh-huh. А дальнейшие планы на StarCraft пока, не знаю, собираюсь играть. Пытаться на какие-то турниры прорываться. Ну, я видел, ты стримишь. Постоянно стримишь, да? На Гугле. Ну, да. Ну да, вот, ребят, поддерживайте-то я-то, например, не знал. Так что, если стримишь, там можешь и у меня в чатике стрим свой кидать. Кому-нибудь явно будет интересно посмотреть. Да, заходи, вот. Мастер Вася. Да, стримит, я заходил, он практически постоянно стримит. Что, так. А ты как у нас учишься? Да? 15. Да. Все, да. Как ты? Тоже с ГМЛ, медалью? Ну, если в школе, то где-то с золотой, думаю. А, ну да, нормально, молодец. Ну что же. Планы на будущее есть? А какой класс вообще там? Что, как? Ну, сейчас пока 8-й, потому что по обстоятельствам пошел 8 лет в школу. Ага. Ясно. Планы есть какие-то? Ну, на дальнейшее образование? Или еще не думал об этом? Пока не думал еще. Ну да, давай, пока 15. StarCraft, лот в начало, врывайся. Да. Что по ВЦС скажешь в системе? То, что корейцев обрубили. Угу. Ну, думаю, это наоборот в плюс, потому что дали шанс СНГ, Европе, то есть... то постоянно занимали первые места корейцы, то есть не давали шанса. В принципе, думаю, нужно развивать не только в Корее StarCraft, но и вообще в СНГ. Угу.
Ну а как ты думаешь, в каком направлении в СНГ его развивать? Не хватает, вот я считаю, не хватает турниров у нас, конечно, LAN сейчас. Как ты думаешь, нужны ли они вообще? Да, нужны, но на это нужны спонсоры, кто может поддерживать. Ну да, это естественно. Ну то есть из Москвы, конечно, инициатива должна приходить. Ну, посмотрим, может быть, в будущем что-то будет проводиться, конечно. Жаль, нету ничего такого, типа, как в ВЦГ раньше. Было бы весело бы, конечно. Но... А мне кажется, нужны такие турниры, знаешь, как вот в Дотке вот эта Старлига идет, или Старсерия. То есть группа, и они месяц вот эту перемалываются друг с другом. Ну, это понимаешь, тут часть онлайн, часть офлайн, проблема-то ну, да, в офлайне, да. Как бы, ну... Не суть, короче, да, тут уже какая-то у нас такая тема начинается. Ну, что могу сказать? Спасибо тебе за участие, удачи в матче за третье место. Вот, спасибо, что пришел. Я думаю, еще будут и интервью, будут и турниры еще по-любому. Да, будем рады тебя видеть на других турнирах. Не только на GoGame, кстати. На GoFSR 2 что-то тебя тоже не видно там. Да я пытался зарегистрироваться, но меня не пустили туда. Странно, я зарегистрировался. Ну, я не на турнире, я, правда, на сайте зарегался, нормально все. Или ты на турнир не мог зарегаться? На сам турнир. Странно. Ну, там надо проверить, да, там что-то бывают всякие штуки такие. Вот, может, ну может, да, удачи тебе может. В школе. Спасибо. Развитие в СК2. Так, спасибо, да, тебе за интервью. Угу. Пока, давай, Юр. Спасибо, удачи. Давай сюда, Милки Кау. И уже матч за третье начнем-то. Так, Милки Кау, где он? Вот он у нас. Поехали. Здравствуй. Привет. Представляйся. Привет, Милки Кау. Ну что, представляйся. Меня слышно? Да, да, тебя слышно, все отлично. Отлично. Я Илья Потапов. Живу в Москве, мне 12 лет. Играю в StarCraft 2 за Тернов. Угу. Как давно играешь? Ну, играю... Именно StarCraft 2 начал играть в 2013-м. Ну, купил лицензию. Так, на пиратке гонял. По фанчику. С ботами, что ли? Нет, с компанией. На пиратке ботов даже нет. Вот такие дела. А, понятно. Чё, как правила эти планы на СК2? Не знаю. Поиграю. Может быть, брошу. Ну, брошу ближе к университету, наверное. Ну, я планирую на Warcraft 4 переключаться, когда он выйдет. Это тот, вот. Который вот новость была, типа, на движке СК2? Нет. Когда его анонсируют, когда будет релиз. Думаешь, он все-таки выйдет все-таки? Конечно, выйдет. Когда-нибудь, может, выйдет, да. Ну да. Ну, можно ему 12 всего. Он дождется этого. Ну да. Но в каком-то классе вообще, когда у тебя университет-то? Я в 7 классе. Пошел в школу в 6 лет. Угу. Мне 12. Завтра будет 13. О, с днем рождения. Ну да, с наступающим, да. Спасибо. Поздравляем тогда. И с победой. А, еще не с победой. Еще не с победой, еще не к сожалению. Победой. Ну да, ну посмотрим, может быть. И получится победить. Да, не важно, главное участие, конечно. Ну да. Чтоб участвовал во многих турнирах, а не только там, где тебя приглашают. Ну, играть вам во всех достаточно трудно, потому что у меня школа. Ну, и не всегда получается отыграть, да и когда я отыгрываю, я не очень хорошо выступаю, обычно сливаюсь в первых двух раундах, вот. Ну, какие дела? Ну, все равно это как опыт. Ну, да. Забыл я спросить, конечно, предыдущих всех ребят, но спрошу тебя-то хотя бы, как родители-то относятся вообще к твоему увлечению? Не знаю. Как не особо не интересовался, как относятся, но вроде нормально, но для них школа, учеба на первом месте, конечно же. Ну, это ну, естественно. Сейчас у тебя заработок пошел уже. Ну да. Со стримов донатят, премиум канал.
Ну, да. Так как дополнение, отучиться-то все равно нужно, естественно. Ну да, что... он ходит, бегает, алгебру делает. Да. А если будет хорошо прям получаться? Будешь как Мара у нас. А если будет прям все хорошо получаться, то, может быть, я останусь навсегда, но университет-то, я думаю, обязательно. Потому что без высшего не очень как-то. Ну, правильно. Это да. Учиться никогда не поздно. Не поздно и нужно. Ну, по ВЦС ты что скажешь? Доволен? Да, доволен. Ну, хоть и игры теперь не такие зрелищные, как раньше с корейцами, потому что корейцы, у них там своя мета вообще. Ну, зато теперь больше СНГ игроков. Ну, теперь он хэппи тащит, вроде как. Корейцев меньше. Я только за. Ну да, ну посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Что я могу сказать? Желаю тебе удачи в школе, удачи в Старкрафте, в матче за третье место. Да, чтоб не ушел в ВК-4. Да еще рано, нет, там как бы будет, если ВК-4, так будет логичный переход, естественно, плавный как бы. Конечно, игры такое дело, что это тебе не 100-метровку бегать, они новые постоянно появляются. Вот. Ну, спасибо тебе, в общем, да. Милки Кау тоже стримит, заходите к нему. Да, заходите на канал, ребят, поддерживайте и все дела. И удачи за матчи за третье, давайте уже понемножку начинать. Давайте. Все. Так, я можно еще скажу пару слов? Да, говори, конечно. Я хочу поддержать тех людей, которые основной призовой фонд поддержали. Без них это бы не получился бы, этот турнир. Угу. Спасибо Яндеку, Фулгору, Атак ВЛ, Готи, Боберычу, ГГ Бро, Бэсику, ма, Бэсику не надо подбирать. Я с ними общался, они сказали, что поддержат, они сдержали слово, им спасибо. Всем, за всем, призовой. Всем, да. Зидар, Фрэш, Хэппи Гост, даже кто хотя бы сколько-то рублей да. переводил. Хэппипост себе донатил, поднял. Это Липтон у нас. Спасибо, я не знаю, может быть, организуем через пару месяцев что-то типа того, может, больше народу найду. Создам тему на форуме, там народ потянется, молодых. Еще что-нибудь придумаем, побольше, может, групповую стадию сделаем. Да, согласен. Спасибо. Да, я думаю, кстати, да, если дальше организовывать, можно, чтобы для как раз повышения уровня, для того, чтобы знакомились друг с другом игроки, сделать что-то с групповой какой-то, да? Там. Ну, например, хотя бы найти, я не знаю, 16, чтобы были 4 группы, да, получается? Угу, угу. 16, 4 группы, и потом уже вот ты плей-офф сделал. Да, да, думаю, логично вполне. Вот, ну, но... вот, ближе, я не знаю, когда-нибудь создам темку на форуме и буду искать. Ну, там надо тогда, наверное, до 18 делать что-то такое. Ну, до 18 тиранвик ворвется и все заберет себе. Тирановик, вырыватель. Ну, спасибо тебе, Юр, тоже за организацию. Тебя вообще первый раз слышу. Рад и знакомству личному через скайп. Да. Ну, еще думаю, может, что-нибудь услышимся как-нибудь. Да, обязательно, я думаю, конечно. Все, давай тогда. Давай, смотрим. Стартуем матч, да, смотрим. Матч за третье место. Всем пока в чатике. А, сейчас пойду банить всех. Юра. Жесткий Юра, но справедливый. В общем, ждем начала, как карты отпишу, там мне что-то водички захотелось попить маленько. Походит на Димагину банку. Нет, не очень, из-за нее пить неудобно.
Так, ну что, создаю я карты. Протокол, центральная первая карта. Ну что, все здесь? Начинаем понемножечку. До 28. Нет, а предлагаю сделать турнир чисто 30+, как бы. Вот это тоже, кстати, весело, мне кажется, было бы. Кому нет 30, нельзя. И мне можно поучаствовать, никаких тебе там хэппи не будет. Тебе интересно, есть кто-нибудь у нас адский тащун, кому за 30 вообще? Поехали, ребят, ТВТ, матч за 3, Милки Кау против Мастер Васи. Хорош там мяукать, Алис. Так, кстати, да, надо же. Мама позже придет. Немножечко. Пока мы матч за 3 место посмотрим. Ну а в 21.00, ребятки, Acer Pro Challenge у нас будет турнир. Как вы знаете. ЛФФ пишут. Ну что, реперочки строятся, реперки. Там и там. Милки Кау разведал Мастер Васю. Мастер Вася вообще без разведки. А нет, разведывает. Ну теперь он знает, куда ему лететь. По крайней мере, точку сбора поменял. Запилил КСМ-ку в итоге. Нужно возвращаться на добычу. И факта пошла. Здесь факта вообще первая, кстати говоря. Точнее, не первая. Здесь факта гораздо более раннего Милки Кау получается. Ну да, кстати, рачок, рачок, вот ему точно за 30 ворвется. Майкер, Миша, да, кстати, веселый турнир мог бы получиться, чё? Чё я тут могу сказать? Так, Милки Кау выходит, у него два рипера, пытается рипера Мастер Васи поймать, поймал рипера. Минус рипер, в итоге два рипера Гелиончик здесь, а здесь у нас что? Здесь тоже рипер Гелиончик строится. Ну, кстати, про 30+ идея интересна. Может будет что-нибудь запилить такое по фану будущего. Так, гранаточки кидаются.
Милки Кау жестко прессует, оппонент сытит 3 рипера, 2 гелена на 2 рипера, 2 гелена. Заезжает Милки Кау внутрь, мастер Вася не готов, строится либератор. Ну, тяжело так уезжать от такого состава армии. Ну, с КСМ-ками, наверное, получится отбиться. Несколько КСМ-ок, правда, придется на этом врыве потерять. Вижу, Минка готова. Отбился мастер Вася, еле-еле сейчас отбился. Ну, кстати, либератор. Что у нас либератор? Здесь викинг заказан. Либератор пока никуда не летит, не полетит. Депошки восстанавливаются, саплай-блока нет. Что-то с перепугу тут депошек настроил, еще и ССшка доделалась. Так, здесь у нас медивак, нужно немножечко отойти назад сейчас. Раскладывается либератор, нужно поближе бы его разложить. Я бы, наверное, думаю, даже лучше медивак выбить тупую. Так, передропывается Милки Кау прямо на мейн сейчас. 30-25 по рабам в его пользу в данный момент. Неожиданный передроп, и нужно катать рабочих в итоге, возвращает мастер Вася. На добычу, и в каком стеке все катится в дича... Ё-моё! Это дичь. 14 КСМ от минус, это игра для Милки Кау. Абсолютно точно такой демедж экономики уже, к сожалению, не пережить, не восстановить экономику. Ну, кстати, ЦЦшечка-то вторая пораньше, но 21 КСМ-ка это слишком перебор, ребятки. Конечно, со сканом паспорта. Брюсу тоже 30-ка исполнилось уже. Ну да, Брюс. Ладно, это, конечно, весело, но пока, я думаю, не будем ничего такого организовывать. Лучше хз, как бы. Чё-то Милки Кау непонятное делает. В победу поверил пол рабочих, что-то в дистанс-майнинг уже пошло зачем-то непонятно. Вот. ССшка перелетает, здесь КСМ-ки мастер Вася отстраивает понемножечку. Нужно как-то контратаковать, а как, нечем контратаковать. Расканил Милки Кау, видит, здесь ССшка строится, но это третья уже, между прочим, строится. Что, стимпак, щиты у Милки Кау пошли. ЦЦшечка третий готов, 40-23 по рабам. Собственно, преимущество сохраняется. Пытается нагнать мастер Вася, но у него все позже получается. И без третьей ЦЦшки как-то тоже печально. Ни третьего тебе мула, ни КСМок новых нету. Ну, посмотрим, может, как-нибудь Милки Кау ошибется. Но я что-то уже сомневаюсь. При этом всем еще мастер Вася постоянно сканит Милки Кау. Ну, так, а где взять экономику-то, если ты постоянно сканишь? Третья ЦЦшка полетела куда-сюда, полетела на третью базу, все в порядке. Пока и Милки Кау пассивен, летит только ЦЦшкой. Ну, а сейчас медиваков побольше станет, грейды доделаются, стим доделается. Я думаю, начнется какая-нибудь движуха понемножечку. Армори тайминг хороший, ЦЦшечка перелетает, КСМки пока не переводятся никуда. На мейне что-то мало, нужно бы перевести уже несколько штучек сейчас со второй базы, причем желательно. Можно штук 8 перевести было бы. Да, еще Абвер, кстати. Говорит, Аберу. Ну да, Аберу же тоже. Нет, Абер помоложе. Ему Аберу есть 30 вообще сейчас? Я чуть не помню. Кого дропает-то? Мастер Васю дропает.
знаю, еще Адольф же даже, например, тоже ему за 30. Так, что-то случилось. Так. Восстанавливается игра, поехали. Браток тоже ему, да. Я не помню, какого года браток. 87-го рождения или какого. Все, поехали, игра начинается. 0-0 у нас. Димаги тоже, может быть, но Димаги я не помню тоже какого он года. Близко к 30 ему, может, и есть уже. Димага 85-го, тоже 6 или 6-го, 7-го, нет, не 7-го, точно. Так, пошел скан очередной. Мелкий кал, тут мула кидает. Зачем он так мула кидает? Пошел в рыб. Тремя танками залетает, мариком своим пройти не дает. Здесь Либератор раскладывается. Ну, недолго игра продолжалась после восстановления. ГГ, пишет мастер Вася. Ну, надо было доиграть. Так, вторая карта у нас. Орбитальная верфь. А, все, все правильно. Все правильно я нажал. Так. Да, здоровье получше, уже все нормально. Спасибо, ребят.
Кикао попросил 5 минут, не знаю. Все, зал Мелкий Кау. И братку 29. Молодые еще, молодые. Перезаходит Милки. Чё-то долго перезаходит он. Все, перезашел вроде. Как все нормально? Я подумал, кстати. Призовой надо было на 4 места все-таки разбить. Почему? Ну, теперь уже поздно, потому что, ну, как молодые все-таки. Четвертому обидно будет. Кто-то останется ни с чем. Успокойся, на МСник все нормально будет. Мужское либидо. Звучит серьезно. Так, ну что, разведка пошла, выезжает к СМК барак строить. Мелкий Кал, здесь заказан уже у мастера Васи барак и газ раньше. Молодняк с понтами мула вкидает. Ну да, Мелкий Кау что-то мула кинул. Слишком уж заранее. Так, а что депошка? А, через shift после барака заказана уже депошка. Встречает разведку. Отменил, кстати, барак. Заказал депошку. Нужно достраивать барак только, единственное. Депошки 84 хп. Пилить нужно депошку в таких ситуациях. Достраивается депошка в итоге. Все вы помните, я думаю. Я два раза побеждал. Кто смотрел стримы давно, мои ноунейма, такого игрока в Ходсе, на ладере, на стриме. Один раз депошку запилил на ладере, один раз даже на какой-то стадии какого-то турнира, я помню просто. Депошку запилил и выиграл. А, ты хотел, спонсоры были против. Ну, если против, то против.
Какие жестокие спонсоры. Ну ладно, шучу. И так нормально. Сетку турнира в чатике просите, кто-нибудь даст. Я думаю, вам легко. Здесь у нас ДПшка на месте ЦЦшки. Нужно бы ее убить. Но убить-то нечем. Рипер, он здесь вот в атаке. Нужно мариков заказать. Здесь ЦЦшка пока достроится. Пока туда все мариками уже можно, можно выбить ДПшку. Пойти, мелкий кау. Здесь рипер залетает. Окружает. Мастер Вася риперка. Молодец. Вот не люблю, когда рабочими такие вещи не делают. Нужно принимать всегда. Ну что, ЦЦшечка ставит. ДПшку выбил, отменил мастер Вася. ЦЦшка... делает сейчас. Сейчас будет выход. Марики плюс танк, кстати говоря. Обратите внимание, здесь КСМ-очка приезжает уже. Мариков вычинивает. КСМ-ка падает. Нужно загрузить и лететь вперед. Что и делает сейчас мастер Вася. Что-то очень долго он это делает. Здесь реактор, еще один медивак. Нет, ну у Нейма я не вижу, чтобы он играл. Судя по всему, он не играет. Дропчик летит помаленьку. Нужно обязательно какой-то дэмэдж экономикой нанести, иначе печально будет все здесь. Потому что цешка-то позже, только-только она в орбиталку. Ну, намного мастер Васера парабам, правда, не останет. Два барака добавляются. Здесь еще даже не добавляются бараки. Танк начинает атаковать. Три КСМ, а минус уже. Туретку надо сбрить. От викинга прикрыть бы желательно медивак бы. Сейчас Милки Кау, мастер Вася. ЦЦшку начинает убивать. Здесь два танка у Милки Кау. Марик и КСМок подрезают. Сейчас нужно прийти. Оп, хорош. Танчик здесь неплохие. Залпы делают. Нужно улетать. Мариков кидает. Как обычно, марики кидаются. Танк важнее, танк увозится. Здесь две лаба добавляются. В этот раз у мастера Васи все получше, чем у Милки. По билду. Да, кстати, в контакт, в группу вступайте, ребятки. Пишу я там анонсы и все дела. Ближайшие пару-тройку дней будет много стримов. Завтра у нас, между прочим, финалы. Финал KBET Race Wars. Финал и Archon Mod матч. Блайт Скарлетт против Тидрога Рилбу. Интересный очень матч. Так, здесь попытка сбить викинга. Кстати, зря Малека. Хотя, не знаю. Может быть, викингов имело смысл пощелкать. Милки Кау пытается поймать медивак. И он ловит медивак. Медивак погибает. Хорош, молодец. Молодец, не отпустил. Но по лимиту мастер Васи все равно больше. Как-то подропался. Он хорошо, стимпак щиты будут раньше. 1-1 грейды заказаны. Здесь с одной инженерии. А, нет, погодите, вторая есть, но почему-то армор не заказан. Здесь у нас третья ЦЦшка. Здесь, кстати, вот единственное отличие, здесь третьей ЦЦшки нету. Ну, пошла она. Зачем она... И сразу мелкий кого просканил. Только ЦЦшка пошла, сразу же просканил. Непонятно, зачем вот здесь вот третья ЦЦшка стоит. Ей все равно сюда лететь надо. Так, еще дропщик попер от мастера Васи.
есть марики со щитами только что стали. Если один викинг законтраливает вторую базу. Ну, если получится нормально дропнуться, успеть танки разложить, в принципе, может неплохо получиться, особенно если дроп пойдет не вот сюда, а вот прям сюда, чтобы танк побыстрее сбрить. Подлетают медиваки понемножечку, можно просканить заранее, кстати. Перед дропом. Ну вот уже есть медиваки, танки. Дропаются мастер Вася, стимпачит мариков, танки в сич ставят. Залпы пошли, здесь марики заходят, залпы очень неплохие, такие идут, медиваки потерял. Ну, особо дроп дэмэджа не нанес, должен я сказать, у мелки кавы рабочих уже больше, все у него больше становится. Вижу, армори почти готовы, то есть 2-2 сейчас закажет, а здесь у нас есть армори. Три туретки пошло, ну, нужно одну где-нибудь ставить, было, что-то они как-то вплотную прям стоят друг к другу, а периметр весь даже не перекрывают, ЦЦшка полетела. А здесь-то вот армори как раз за втык, то есть мелкий кал по грейдам вперед вырвется, скорее всего. Чего что-то отдал как-то мастер Вась, преимущество-то хорошее было, как-то вот он его не растерял понемножечку. Бараков количество наращивается сейчас, причем быстрыми темпами. Так. Ну, оба третью занимают. Мастер Вася, кстати, пораньше третью начал добывать. Нужно отдать должное. Два-два, кстати. Практически одновременно мастер Вася заказал. Здесь только атака раньше, ну чуточку попозже, зато армор будет. Завтыкал немножко с армором милки. Ну и лимиты, посмотрите, боевые 66-69, милки кал вперед выдвигается. Мастер Вась тоже вперед выдвигается. Танку мастер Вась куда-то наверх поехал, милки кал рядом идет, посмотрите. Вон там марики идут. Оп, заходит милки кал. Просто в наглую заходит сюда. Танки, какой-то мастер Вася что-то нервничает очень сильно. Танки дропают вообще не понять куда сейчас. Нужно вот на хайграунд дропнуть их было, пересечь мариком врыв сейчас просто. С лоуграунда наверх. И сейчас за счет вот этой позиции мелкий кау просто тащит игру. Кстати, пришел мастер Вася не готов, развалил третью базу. Подошел ко второй. Очень долго мастер Вася, очень долго соображал перед тем, как отбить это все дело. И потерял все. В итоге 80 на 130 по лимиту. Милки Кау пробивает мастер Васю здесь и сейчас, что называется. И займет он третье место буквально через несколько секунд, если чудо не случится какого-то. Но я чувствую, что с такими лимитами чудеса не случаются обычно. Вот мастер Вася пошел в центре. Милки Кау пришел, он, конечно... Можно сказать, так случайно получилось, но ничего не поделаешь. Получилось, как получилось. Здесь марики на стимы уже два, второй раз уже. Сколько стимпаков-то? 25, 3 стимпаков кулов-то. Нахрена столько прямо? Тут таких бойцов толку нет. Это наркоманы какие-то, не бойцы. По 25 хп запарятся лечить. Медиваки. Простимпачится мелкий кал еще раз. Он как марики развалили, смотрите. Мастер Вася. Но 137 на 67, и, к сожалению, здесь уже ничего не поделать будет. А какая ситуация хорошая была в этой игре у мастер Васи. Так, с КСМ-ки мастер Вася пытается отбиться. В итоге еле-еле отбивается. Видел еще, что третья ЦС-шка? Да, видел, что третья ЦС-шка есть у мелкий кал. Передроп пошел вниз, марики дропаются, танки дропаются. Ну, прогнал, конечно, но... Если бы сбил бы, все, может быть, да, что-то получилось бы. Но все, не сбил. Здесь уже, вон, какой-то гигантский прирост, можно сказать.
Летает мелкий колдомыми деваками. 5 штук или 4. ЦС-шка пошла. Сканет, видит, что третьей базы нету. Нужно с мейна перелетать с ЦС-шкой. Здесь он ресурсов не остается практически. Ну а мастер Васи, может, имеет смысл в атаку пойти. Ну, потому что как-то затягивать здесь для него печально, так как уже не вытащить с такой экономикой, к сожалению. Так, а что-то баба-то сообщения не всплывают, странно. Пошел в замес, мелкий гау идет вперед, отманивает на танке. Илюх, 50 рублей, спасибо тебе, я передаю привет этим старкрафтерам. Стрэндж, мелкий гау, Димага, Александра, Дау, мастер Вася. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, Илюх, тебе. Здесь идет замес в это время, но что-то сообщение не всплыло почему-то сейчас. Хотя все до этого работало. Пошел скин. Скин. Пошел скан от мелкий кау. Мастер Вася еще бараков добавляет сейчас, чтобы продакшн увеличить. Но у него нету ресурсов, чтобы 3-3, например, заказать. Вот. Так, КСМ-то можно было переправить сюда, но дистанс майнинг тут небольшой пошел. Ничего страшного, еще переводит КСМ, в итоге 170 на 90 сейчас по лимиту ситуация примерно становится. Третья атака на танке. Здесь одна только всего. Бункеров вместимость. Не тот грейд заказал сейчас. Или что это за грейд? Да. Кстати, этот грейд вместимость планетарки и ЦЦшки увеличивает. То есть рабов туда можно больше засадить. Это прикольно. Прилетает мелкий кал танками. Продакшн сбивает оппонента. Смотрите. Танки идут вперед, здесь танк как-то долго, прям я смотрю. Передроп уже на хайграунд пошел, все дропается, марики дропаются, плюс танки, все стимпачится. Ну да, здесь уже отбиться будет, ну, очень тяжело. Опять как-то вот мелкий кал действовал более инициативно, и опять Вася не словил момент, как к нему придут. Передроп треть пошел. Ну, криво, кстати, танки дропаются. И марики криво подбегают. 82-155 по лимиту. Мастер Вась в итоге еле-еле. Но отобивается. Так, здесь какой-то врыв снизу происходит. Два марика против танка бьются. Ничего не получилось. Но по лимиту 61 на 150. Потери, вы видите. Потери-то близки, кстати. Хотя нет, мелкий кау меньше на 5000 потерял. Не совсем они не близки. Здесь зданий просто мейн откусил. Сейчас мелкий кау Вася остался со второй и с третьей базой просто. Рабочих у мелкий кау. Что-то с перебором настроил. Сейчас нужно базу новую занимать. Тогда рабов много, а толку мало от них получается. Так, восстанавливает бараки мастер Вася, бараков много. Грейды бы заказал, хотя у него армори нет, он не может заказать пока грейды. Здесь четвертая ЦС-шка летит, и мелкий кау уйдет, кстати, к четвертой базе. Здесь камни даже не пробиты до сих пор, что самое интересное. И это минус четвертая ЦС-шка будет абсолютно точно. Расканил мелкий кау, ЦС-шка падает моментально практически. Нужно заходить, камни убивать.
танки, мелкий как тимпачится. Танк один забирает, наверх полетел. ГГ мастер Вася пишет, все-таки дожал мелкий кау. Вот. Красавчик, что я могу сказать. Ну что, ребят, сейчас сколько времени? Это у нас почти 8 часов. Вот, нужно мне перекусить будет. И сейчас я сделаю стоп-старт и в пешку поиграю. В 9 часов турнир, соответственно. Ждите, сейчас стоп-старт делаю.